Всем привет, дорогие друзья! Сегодня утро. Вот сижу, смотрю ролик человека Леса Z. Трейлер он написал. И сегодня у нас гречка утром. С заготовками. Что там такое? Леча? Леча. Леча. Со мной сидит Ната. Ната, посмотри сюда. Скажи привет всем. И Катюшка рядом с мамушкой. Да? Все проснулись. Начинается новый день со своими хлопотами и заботами. Друзья, всем привет. Еще раз здороваюсь. Ну, лишним не будет. Пожелать доброго здоровья всем, кто смотрит это видео. Фух. Снова варим картошку. У нас на улице зима. И в то же время пошел дождик. Такой мелкий, сырость, слякоть. Скоро будет слякоть. Пока снег еще не растаял. Но на дороге уже слякотно. Ну что, варим картошку. Продолжаем. Нам еще два мешка картошки дали, мелочи. Взамен на литр молока. Ну, пока литр молока еще не отдали, потому что молока очень мало. Большую часть мы пока продаем. Ну вот, будет окно, когда люди не будут забирать, то этот литр мы дадим человеку, который дал нам два мешка картошки. Ну, пошел дрова подложить. Подложить дрова надо нам сюда. Тара-тара-та. Тара-тара-та. Так. Оп. Картошечка, варись. Картошечка, варись. Так, не закипело еще? Еще не закипело. Ой, скоро закипит. Вот такие вот у нас снега, но сыро, сыро, сыро. Снег сырой. О, сырой снежок. Козлы там кричат вовсю. Милку вот свозили вчера. Козлу. В предыдущем ролике показывали. Но вот пока у нее что-то еще... Она все еще в охоте почему-то. Я не знаю, почему она не успокоилась. Может, она какое-то время еще должна быть в охоте. 3 дня у них вот идет вот этот пик. Посмотрим. А может, она и не взялась. Даже не знаю, что и думать даже. Ладно, посмотрим через 18 дней. Пойду дальше кашу доедать. Погода такая сейчас пока мрачноватая. Уже вечер на улице. Уже сумерки смеркаются так. Ой, ну что, сегодня был такой, лично для меня, такой напряженный день. Немножко тяжело он дался в моральном плане. А так все нормально. Жизнь продолжается. Сейчас, скоро, через час уже будем кормить животных. Или сколько там время-то? Короче, мы их кормим уже около 7 часов вечера. Пол 7 начинаем где-то. Ну или в 7 примерно так. Сегодня в голове столько всего. Столько мыслей разных. Какая-то нервозность сегодня. Фу, Господи, помилуй меня. Бывают такие вот трудности. Тяжелые дни бывают и легкие дни. Ну... Не хочу работать на камеру. Как оно есть, так оно и есть. Так что вы уж меня простите. Если кому-то что-то не понравится в моем поведении, в моем вот в этой съемке. Утром все нормально, так денек хороший так начиналось. А вечером после такого дня что-то мне немножко так мотает внутренне. Ничего, мы не унываем, продолжаем жить. Жизнь прекрасна, друзья. Так что все нормально. Ну что, ожидаем, конечно, морозиков. Ожидаем. Да, вот оно будет нормально морозить. Тоже грязь что-то надоела. Но я слышал тоже, кто-то рассказывал в комментариях предыдущего ролика, тоже дожди у кого-то там где-то идут.
Так что погода, она такая непредсказуемая. Сегодня снег, мороз, минус 10, а завтра будет дождь. Вот такие дела. Тяжело, конечно, людям, которые мучаются с давлением, то сердце мучается, у кого-то гипертония, или как ее правильно назвать. А у нас вот такой, вот у меня лично в такую погоду немножко как-то это, сонливость какая-то приходит, непонятная. И работать надо, и то надо, другое надо. И когда ты ничего не успеваешь, понимаешь, что ты действительно ничего не успеваешь, приходит нервозность такая, в реальности все равно ты ничего не успеешь сделать. А потом, когда смотришь что-то, раз, тут не так, то не так. А когда смотришь на себя, заглядываешь внутрь себя, еще видишь больше. Оказывается, еще и ты не такой, еще и характер свой, эмоции все вылазят негативные. Из этой вот суеты, вот этой, вот такие вот дела, ребята. Ну, я думаю, у вас такого не бывает. Надеюсь, что у вас такого не бывает. Может быть, это только у меня такое. Ну, хотелось бы, чтобы у вас такого не было. Чтобы у вас было все хорошо. И на душе. И внешне. Чтобы у вас все спорилось. У меня вот сегодня что-то не спорится. Но последние дни, если честно, не очень. Просто не хотел подавать вида. Ну вот как-то так складывается. Ветра нет, тишина. Машины только по трассе ездят. Комары летают. Особый вид комаров какой-то, которые летают именно при такой погоде. Влажность очень высокая. Тихо. Вон летит. Это какой-то вид комаров другой. Это никак не такие, которые летом летают. Наверное, вы тоже такое видали, когда снег, все тает. Влажность очень высокая. И вот эти вот насекомые летают. Ну ладно, друзья, всем пока, вернее, хотел сказать привет. Ладно. Буду заканчивать это видео. Главное, вы не унывайте. Не отчаивайтесь, если что-то придет трудное в вашей жизни. Никогда не отчаивайтесь. Держитесь внутренне. Внутренне обращайтесь к Господу. Укрепляйтесь сердцем. И продолжайте преодолевать трудности, друзья. Жизнь, она многогранна. Она не всегда такая, когда все гладко или все плохо. Жизнь, она интересная. Жизнь дана нам Богом. И она прекрасна. Так ведь? Ну все, всем пока. До следующих встреч в следующем видео. Не хочу, чтобы этот ролик принес вам какое-то отчаяние и уныние. Поэтому всех вам благ. Всего доброго. Закончим на таком позитиве. Не всегда так будет. До свидания.